Хочется быть оптимистом, хочется быть оптимистом. Но у меня сложилось такое устойчивое убеждение о том, что те, кто поделили власть, они сели на денежные потоки, их заботят только одно. Создавать такую имитацию кипучей деятельности, для того, чтобы их не трогал Международный валютный фонд, чтобы Молдова признавалась историей успеха и так далее, и грабить население, то есть наживаться. Вот уже в открытую говорят, что следующим олигархом, наступающим на пятки господину Плохотнюку, является Михаил Гимпу. Да? А откуда он собрал как бы, эти все деньги и так далее? И уже это как бы в открытую в масс-медиах об этом пишется, но, к сожалению, реальной реакции на это нет. Вы видите, что мы приватизировали, и вот комиссии по проверке декларации чиновникам, да, вот вы знаете о том, что там три представителя альянса, один от оппозиции, один от общественных организаций. И я в этой связи вспоминаю, вот такой был фильм, достаточно известный, он играет главные роли Папанов, да, он играет роль директора института, а Басов у него ученый пстырем. И вот он плавает в бассейне, поет «Все могут короли, все могут короле», и согласует с ним члены ученого совета. И Басов говорит, вот ну все уже согласовали. Как согласовали? А где там Иванов и Петров? Говорит, как их включать? Это же, говорит, бузатеры. Говорит, ну это же хорошо, это борьба мнений. 8-2 против. Вот так получается у нас. 2 вроде бы, один от гражданского общества, один от оппозиции, но 3 от альянса. То есть это заведомо будет поставлен заслон проверки вот тем коррупционным схемам, которые на виду. И вспомните, придя к власти, Филат сказал о том, что у нас есть мясная мафия, у нас есть рыбная мафия. Что изменилось с тех пор? Ничего, к сожалению. Поэтому пока в обществе не созреет критическая масса людей, которых захочет изменить существующее положение, то есть не появится реальная политическая воля, которая захочет сделать страну лучше, к сожалению, вот надеяться на то, что само собой она нам упадет на него, и придут нам дяди из-за рубежа, из Международного фонда, или, там, или мы попадем, как бы будем интегрироваться с Евросоюзом, или интегрироваться с Востоком и так далее. От этого, потому что 90%, будем говорить, проблем лежит у нас здесь, внутри страны. Мы их должны решить. Да, внешний фактор играет роль, но они где-то всего на 10%. Мы должны решить, какое общество мы строим.